Для родителей их ребенок самый лучший, самый талантливый, достоин только высших наград. Давайте перенесемся на детский региональный творческий конкурс. В общем, не переживай, сделай, как репетировали. А ну, если проиграешь, ничего не будет. Ни компьютера, ни мультиков. В принципе, можно на тебе будет крест поставить, и все. Так, мужчина, ну-ка быстро отойдите от моего сына. Ой-ой-ой. Красава, устранил конкурентов. Дамы и господа, мы рады вас приветствовать на нашем конкурсе «Юные таланты». Скажет тоже конкурс, просто разогрев перед нашим Лешей. Да. И первая на сцене Шаманаева Алина. Гармонь моя, да гармоничника. Никит, она слишком хорошо поет. Ничего, я ее сейчас отвлеку. Эй, эй, смотри, там фиксики. Уголочки подпевай, веселее. Блин, это только на нас работает, да? Ой, Ванюшенька. А что вы хлопаете? Вам что, реально эта лажа понравилась? А наш концерт набирает обороты, и мы готовы встречать Степанову Алину. Она шандарахнулась! Шандарахнулась! Так хорошо начала и шандарахнулась! Теперь мы точно победим! И последний участник на сегодня. Встречайте теплыми аплодисментами Алешенька Никитина. Поддержим, поддержим наш! Ну, короче, встречаются как-то немец, поляк и русский. Никит, ты что делаешь? Зал разогреваю. Да садись давай. Точно, номер сам за себя все сделает. У меня пародия. Офигеть, вы это видели? Я даже не понял, где Леша, а где курица? Это что-то невероятное. Класс, сынок. Итак, мы готовы объявить результаты. Приглашаем всех участников на сцену. И побеждает Шаманаева Алина. Блин, надо сына как-то поддержать. У меня только полтинник. Да словами! У меня полтинник! Иди давай, иди разговаривай! Ладно. Ну, Лёш, ты не переживай. Может, пародия не твоё. Но мы обязательно будем пробовать что-то ещё. И до тех пор, пока у тебя не получится. И ты не будешь делать то, что тебе нравится и получается лучше всего. А сейчас собирайся, поедем в кафе отмечать. Ура, кафе! Ну что-то в нем есть, да? Ну как это нащупать, непонятно. Команда «Громокошки». Все, бывайте, обымаем.